Всем привет, с вами снова я, Димас. Сегодня решили для вас приготовить легкую закуску, такую интересную, достаточно пикантную, в тот же момент. Ну, достаточно простое приготовление. Сегодня будем готовить шампиньоны маринованные, в пикантном соусе, таком маринаде с овощами. Сейчас расскажу вам, какие ингредиенты идут у нас. Это, естественно, самый главный ингредиент, это шампиньончики. Мы взяли крупные, не нашли мелких шампиньон в магазине. Вот лучше, конечно, взять такие милипульки, ну, как бы, чтобы для красоты, для эффектности, когда целиковый грибочек маринованный или соленый, он более интересно смотрится. Ну, мы взяли крупные, чуть порежем их на части. Ничего страшного в этом нету, как бы. Самое главное, чтобы свежий гриб был. Также будет у нас лук-морковка и чеснок. Лук зеленый, у нас мороженый. Заготовили в свое время. Уксус у нас есть. Можно взять обычный уксус, яблочный уксус. У нас рисовый уксус есть. Вот, остался немножко. Вот мы его добавим. Также соевый соус у нас будет тоже присутствовать в этом. У нас необычный густой соевый соус. Темный. Он будет поприкольнее смотреться. Сахар, соль. И небольшое количество специй, разные перцы, у нас тут душистый горошек, лавровый лист, кунжут у нас не обжаренный, можно обжарить, можно вообще взять черный, какой у вас там есть. Мы не будем обжаривать, такой добавим. Кориандр молотый, мы ступицы его помололи немножко. Здесь разное количество перцев дробленых. Белый, красный, зеленый, черный. Так что приступим к приготовлению наших шампиньонов. Что у нас получится, сейчас мы увидим. Вот, у нас для этого обычная вода. Кастрюльку мы взяли небольшую. Не солили, не перчили, ничего не делали, просто кипяток. Сейчас будет закипать, и мы будем туда закидывать наши шампиньоны. Пока их нарежем на 6-8 частей. Они быстрее промаринуются в итоге. Меньше времени, количество у вас займет. И есть как будет, хорошо, удобно. Они, конечно, уварят еще шампи. Целиковые, конечно, крупные такие, ну, не пойдет. Это уже очень будет неудобно их есть. Они как бы уменьшатся, но для лучшего усвоения лучше их порезать. Здесь получается где-то грамм 230-250. Вот это. Этот объем мы взвешивали в магазине еще. Так что водичка закипает. И мы закидываем шампиньоны и будем вариться, как бы они небольшие, ну, минут 5-10, вот так, не больше. Уже закипает, можно закидывать и засекать время. Оп, убежал один камикадзе. Как бы воду не убавляем, она должна вот кипеть именно в кипящей воде все это время. Чуть помешаем. Решили добавить все-таки все. Все 250 грамм. Ждем 5-10 минут. Оператор время засек. Нет, не засек он. Время нифига опять не засек. У меня тоже нет с собой часов. Ну, в принципе, даже можно засечь не то, что как бы время 5-10 минут. Прям все сделать. Ну, а вы как визуально увидите, они немножко подварят сейчас. Уменьшатся, естественно, в своей массе. Но при этом они будут более тяжелые. Они напитаются воды. Из-за этого я рекомендую вообще не мыть грибы, шампиньоны, потому что они очень влаги впитывают. И потом, когда вы при жарке, они эту влагу выделяют. И она, как получается, не жареные шампиньоны, а отварные уже на сковородке, если сильно раскалить. Шампиньоны сейчас выращиваются в таких условиях, как бы их мыть, в принципе, нет. Естественно, там какие-то бактерии есть. Бактерии присутствуют на всем. Там вот бывает вкрапление грунта попадается. Вы просто можете, вот, шампиньоны легко чистятся, можете верхний слой со шляпки снять, и все. У вас они будут чистые и хорошие. Также вешенки и все остальное. Они очень губчатые и очень сильно впитывают влагу. И вообще шампиньоны можно есть сырыми. Одни из немногих грибов, которые пригодны в пищу, именно без всякой тепловой обработки и тому подобное. Но из наших, вот, это лисички, их тоже рекомендуют съесть сырыми. Лисички это вообще бомба. Буквально отдаете там кипяточком их, и можно есть, там, добавлять салат с майонезом, там, кто не любит майонез с маслом. Ну, с майонезом очень вкусно получаете. Чеснок, лучок можно добавить, и у вас бомбический салат будет. Возможно, мы когда-нибудь, когда лисички пойдут, снимем такое видео. Я тоже видел на каком-то канале, дяденька делает интересный такой вот салатик. Ест его, и как бы остается живой, здоровый, и не умирает. Вот у нас прошло буквально уже 5 минут. Я думаю, еще максимум 2 минуты мы поварим, потому что они уже хрустящие. Ну, вот у нас прошло там минут 7 примерно, они вот прям такие стали водянистые. И мы вот дуршлаг аккуратненько их сливаем.
Смотрите, они у нас получились. И сейчас откладываем прохладное место, чтобы они у нас остыли. Парит. Вот, остыли буквально, ну, окончательно остыли, потому что они нам нужны именно в холодном виде. А сейчас пока займемся вот обжаркой нашего лука. Вливаем маслица, ну, 1,5 столовые ложки примерно. Как бы это масло сейчас обжарится и пойдет нам маринад еще, чтобы не добавлять. Обжариваем, и только получается тут лук репчатый. Морковка идет в сыром виде у нас. Если у вас какой-то нет морковки, нет еще каких-нибудь овощей, ну, любые овощи можно добавить, там перец болгарский, там подобные. Что у вас есть под рукой? Обжариваем только на растительном масле, без добавления сливочного. Ну, обжариваем вот до золотистой корочки. На трешечке убавим, постоянно помешивая. Лук тоже должен быть хрустящий. Именно мы его не как на суп пассируем до готовности, а именно до хрустящего состояния, золотистое такое получится. Если вам лук не сильно нравится, можете поменьше добавить. Каждый на своей кухне хозяин. Пока нам не запрещают готовить по каким-то дома по ГОСТовским стандартам. Пока и ГОСТовские стандарты есть только там у производителей заводов, которые производят какие-нибудь определенную продукцию по ГОСТовскую, либо консервы, либо еще, неважно какие. Кто-то избегает этих ГОСТов, не придерживается. Если делать все по ГОСТу, получится, наверное, скорее всего, не очень вкусная продукция. Ну вот, у нас грибы остыли, уже все, даже не теплые, чуть-чуть. Вот, мы их в кастрюльке, которую отваривали, обратно добавляем. Вот так я сделаю, чтобы было видно. И начинаем добавлять разные специи, какие у нас есть, присутствуют в этом. Чуть соли добавим, буквально вот 1/3 ложки. Сахарный песок сюда идет хорошо. Где-то вот почти 1 столовая ложка. Если что, можно добавить, если мало. Рисовый уксус, тоже 1 столовая ложка без горочки. Опять же, можем добавить, сейчас попробуем потом. Также соевый соус у нас вот густой. Вот видите какой, он соленый тоже. Тоже 1 столовая без горочки, прям почти до краев. Специй, кориандр у нас. Кто как любит кориандр, можете поменьше добавить. Здесь смесь перцев разных. Тоже добавим немножко, вдруг будет остро. Кунжут. Кунжут весь добавим. Лаврушку и перец душистый и горошку. Вот лаврушку, если хотите, можно поломать. Можете не ломать. Мы еще чуть разломим. Немножко промешаем, что у нас получилось. Такой очень сильный запах кориандра. Уже видите, своего соуса все обволокло. Вот, чуть промешали. Теперь добавляем морковку сырую. Мы сделали вот такой нарезкой, типа а-ля корейская. Чесночок добавляем. Вот раз. Немножко ее разломаем. Довольно-таки мелко. Но чтобы фракции вкрапления были видны этого чеснока, слишком мельчить не надо. Вот добавим чесночок сюда. 3 зубчика примерно. Кто не любит чеснок, можно поменьше добавить. И добавим наш лук. Вот он немножко еще не сильно подостыл тоже. Видите, у нас цвет такой получился прозрачный. И он получается такой хрустящий, не слишком жареный. Да, он хрустит, сладкий, приятный. И в маринаде он сейчас будет смотреться вообще отлично. Чуть-чуть перемешаем. Добавим наш зеленый лук, он немножко оттаял. Добавим яркости этому. И рукой, перчатка, если у вас есть, если у вас нет, можете ложкой. Это все хорошо, все тепленькое. Еще все хорошо проминаем. Как бы не спешим. Вот, естественно, сейчас обязательно попробуем, что у нас получилось. Вдруг там у нас мало сои, или уксуса не хватает, или сахара. И добавим. Как всегда, пробуйте. Если вы первый раз что-то готовите, обязательно пробуйте. Вдруг вы там пересолили или еще. Лучше сначала не досолить, потом еще добавить. Приятно. Они уже почти маринованы.
Я немного добавлю еще уксуса. Где-то чайную ложку. Соевого соуса. Тоже чайную еще ложку. Сахар нормально, он сладенький. Кто любит сладкое больше, можете добавить еще сладенького. Все промаринуется. Посоли нормально, мы добавили еще сойку. Можно просто еще добавить маслица немножко для красоты, чтобы обволокло. У нас это будет мариноваться максимум 3 часа, 2-3. Потому что у нас шампиньоны, они резанные, мариновать долго не надо. Я вот сейчас попробовал, они уже как бы уже в принципе готовы. Они сейчас просто подостынут и все. Кто как любит маринованные. У нас сейчас пройдет 2 часа, а у вас какие-то секунды. И мы будем пробовать... наш результат, что у нас получилось. У нас прошло почти 2 часа, а то и больше, 3 даже. Наши грибочки получились прекрасные, вкусные. Запах вот такой, значит, корейский такой вот присутствует. Очень красиво, они вот все карамелизованные такие, все блестящие. Морковка тоже своя дает, но никуда. Видимо, это какое-то восточное блюдо. Пробуем, что у нас получилось с грибочками. Вкусные, сладкие. Прекрасные были, ребят. Оно сейчас остыло. Она была на улице, такой холодной, в нуле. Можно так сказать, они окончательно промариновались. Если вы любите что-то такое азиатское, корейское и что-то подобное, советую вам приготовить. Прекрасный результат. Если вы что-то готовите подобное, напишите в комментариях, обязательно ответим, может быть, даже что-то приготовим. Идеальная закуска, пробуйте, готовьте, лайки, дизлайки с вас, любые комментарии, рад был вас всех видеть, спасибо вам, всем удачи, добра и мира, пока-пока, увидимся на нашем канале, с вами была банда Cooks Brother Hooks.